Яндекс Ньюс. Ученые бьют тревогу. Неизвестно, как дело повернется. Может ледниковый период начаться. Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждет климатическая катастрофа. Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку. Как ее избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет. Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль. Действительно, только что называется «Открыть ящик Пандоры». Пытаемся контролировать климат. Всем доброго дня или доброго утра, для кого как пятница началась. Ну и за режиссерским пультом, как обычно, Евгений Копейн. Мы связываемся с Константином Рангсом. Это морской геолог, журналист, пишущий о науке. Сегодня мы будем говорить о серьезной ситуации, сложившейся в мире целиком и в обществе в целом. Здравствуйте, Константин. Во-первых, как связь добрый у нас? Добрый день. На днях недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен как раз сделала доклад о положении Евросоюза в связи с тем, что действительно очень серьезная у нас экологическая ситуация, все это ухудшается. И что по этому поводу думают профессиональные эксперты, в частности, обращаемся к вам, Константин. Можно было бы как-то осветить эти вопросы, связанные с докладом Урсулы? Ну, надо сказать, что это регулярный доклад. Это вообще, с другой стороны, это первый доклад главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Глава Еврокомиссии, по сути, ну, можно сказать так, это президент Европейского Союза. Ну, это действительно наш главный человек в ЕС. И ее доклад посвящен именно ситуации. Это, с одной стороны, констатация факта, с другой стороны, обозначение перспектив, куда Евросоюз двинется в ближайшую семилетку. И вот большинство, как сказать, комментаторов обратили внимание на политическую составляющую. Но я думаю, что нам как раз есть смысл поговорить об экономике и экологии, поскольку в данном случае, в этом докладе, эти вещи совершенно неразрывны. Вот можно сказать, что это, по моему опыту, это самый экологическо-социальный доклад главы Еврокомиссии. Даже оставим экономистам разговоры о минимальной заработной плате, о том, что нужно строить действительно, уже есть в Европе социально-рыночная экономика, очень важное слово «социальная», и она должна укрепляться, социальная рыночная экономика, что никто не может быть брошен. И, собственно говоря, эти лозунги, они еще раз были даны, и тут уже можно как бы говорить очень много о том, откуда возьмутся деньги для реализации всех этих планов. Но мы давайте обратим внимание на вот эту вот климатическо-экологическую составляющую. Урсула фон дер Ляйен сказала, что цель Евросоюза – стать через 30 лет климатически нейтральным континентом. То есть количество выбросов углекислого газа и других парниковых газов должно соответствовать количеству этих же газов, которые будут связаны. То есть вот должен быть такой баланс. Ничего как бы нету вообще цивилизации в Европе, которая влияет на атмосферу. Вот ее не должно быть. То есть благодаря современным технологиям. Исходя вот из этих планов, Еврокомиссия предлагает увеличить в течение ближайших 10 лет, то есть до 30-го года, сокращение выбросов этих самых парниковых газов минимум до 55%, минимум чем на 55%. Но сначала говорили еще 5 лет назад, что цель 40%. Сейчас 55%. И Урсула фон дер Ляйен прямо говорит, для одних это много, для других это совершенно недостаточно. Вот тут, с другой стороны, она обращает внимание на то, что Евросоюз это может сделать. Например, с 1990 года, она придает эти цифры, экономика Евросоюза выросла более чем на 60%. А в это время выбросы сократились, вот этих парниковых газов, на 25%. Тут очень интересный момент такой есть. В свое время, я помню, в Советском Союзе очень были популярны такие вещи, как какие-то внедрения решений,
по просьбам трудящихся. Встречный план. Встречный план. Помните, такой даже анекдот был забавный? Да, это обязательно говорилось о том, что народ просит, чтобы дали еще больше, так скажем, задачи. Дадим. Вот. Так вот, что говорит Урсула фон дер Ляйен. Желающие могут читать. Это абсолютно уже все опубликовано. Она говорит о том, что вот как буквально вчера 170 руководителей предприятий и инвесторов от малых, средних предприятий до крупнейших мировых компаний написали ей, призывая Европу установить цель не менее 50%. И это будет происходить в течение 30 лет, насколько мне понятно. Я неоднократно слышал заявления достаточно компетентных ученых, которые утверждают, что через 30 лет, если все будет даже вот по плану благополучно происходить, мы сократим выбросы до 55%, то у флоры и фауны потерпят очень серьезные изменения, и чуть ли не половина животных и растений может погибнуть уже через 20 лет. То есть мы не успеем просто. Не-не-не, 55% это за 10 лет нужно сократить. А вот уже еще следующие 20 лет вообще перестать выбрасывать, что называется, лишнее. Как вы считаете, Константин, это возможно вообще при уровне развития наших технологий и уровне потребления? Все ведь завязано к потребительскому обществу. Вопрос ведь действительно не в технологиях. Вопрос в том, что готовы ли как бы к этому люди. Но давайте вот продолжим о планах. Например, что радует сердце главы Еврокомиссии и ее кабинета? Ну, с одной стороны, то, что появляется все больше и больше растет доля возобновляемой энергетики в Европе. Это факт. Все меньше и меньше добывается угля и используется угля. Ну, хотя на самом деле сокращается не очень быстро. Например, такие страны, как Польша, они вообще сидят на угольной энергетике. 80% энергии в Польше – это энергия угля. И как ее заменить? Там есть планы, давайте вместо угольных станций будем строить атомные. И потихонечку дети шахтеров будут становиться операторами атомных станций. Ну, дело все в том, что а шахтеры как бы уже досидят, а потом уже естественным путем сами из арены сойдут. Тут же, опять же, разговор идет о том, что нужно научиться получать водород. Вот. Водород можно разным способом получать. Один из перспективных для Европы вариантов – это когда слишком много электроэнергии, например, ветреный и солнечный день. Электричество, ветряки и солнечные панели дают много. Девать его некуда, так вот пошлем его для того, чтобы разлагать воду на водород и кислород. Кислород уйдет в атмосферу, а водород мы, так скажем, сохраним, закачаем в баллоны, в хранилище и будем использовать для наших машин и вообще для производства электричества тогда, когда будет темно и без ветра. То есть вот это вот идея. Она упоминает о том, что 2 недели назад в Швеции заработал завод, который стал производить сталь, где, для получения которой был заменен энергию угля на энергию водорода. Эта сталь как бы названа чистой, в том смысле, что при ее производстве нет выбросов углекислого газа в атмосферу. Правда, она, естественно, гораздо дороже, чем обыкновенная сталь, но это как раз к вашему вопросу о том, кто за все это дело будет платить. Если вам скажут покупать эту сталь, вы будете кряхтеть, но покупать. Что же делать? Очень большое внимание уделено строительному сектору. Строительный сектор обязан в следующую десятилетку превратиться из источника выбросов углекислого газа в его поглотитель. А что это означает? Она говорит прямо, что нужно применять органические строительные материалы, такие как дерево, и развивать интеллектуальные технологии, чтобы таким образом, так скажем, совместить с одной стороны бревно, а с другой стороны и топор для строительства, а с другой стороны какие-то современные интеллектуальные технологии, которые помогут создать, вот представьте себе, такая электронная умная изба.
Вот. Кажется, вы можете сказать, что это ерунда какая-то или что это смешно. А я скажу нет. Это как раз то, к чему мы все должны идти и стремиться. И мало того, ведь поскольку на все это дело будут выделяться деньги, нам стоит обратить внимание на наших соседей с севера. Вот, например, наши соседи с севера еще 2 года тому назад в Тартусском университете и, по-моему, в Таллинском естественно-научном университете они сделали очень интересный материал. Они, так скажем, совместили торф, которого в Эстонии много, и который сейчас как бы добывать уже нельзя, потому что он же выбрасывает при сжигании углекислый газ. Они использовали порошок из торфа и совместили с золой от своих сланцевых электростанций. Они же там добывают горючий сланец, вот, сжигают его, выбрасывают много углекислого газа на душу населения больше всех в регионе. У эстонцев получается. И, по-моему, 7 миллионов тонн в год этой золы образуют. Они просто уже не знают, куда ее девать, а там целые горы растут. Так вот, оказалось, если эту золу совместить, она дико щелочная, совместить с кислым торфом, замешать, то в течение суток образуется уникальный строительный материал. Он дышит, он не токсичен, но кушать его даже крысы не могут, потому что ну, там происходит очень интересная реакция, реакция взаимной нейтрализации, и при этом высасывается углекислый газ из воздуха. Вы представляете, какая удача? Они не просто при производстве этих кирпичей будут, не будут выбрасывать углекислый газ, их кирпичи будут этот газ в процессе производства из атмосферы высасывать. Было бы таким хорошо, образом, чтобы они еще выделяли бы вообще, кислород. Они уже получили 200 тысяч на свои исследования и внедрение в производство. И сейчас вот по их расчетам получается, что дом площадью около 125 квадратных метров, его строительство, обойдется не более 5 тысяч евро. Этот материал не горит. Этот материал, да, он влагу набирает, поэтому его нужно будет снаружи, условно говоря, сайдингом обшить. Но его, собственно говоря, этот вариант крыса не ест, плесень не покрывает, это уже проверено. И для здоровья он никак не вреден, он натурален. Вот посмотрите, у них сколько мусора, сколько торфа, который нельзя было использовать. И вот сейчас уже эстонцы потирают руки, потому что они в предвкушении, в ожидании грядущего финансовых вливаний для развития своего производства. Это к тому, что как раз нужно сейчас очень быстро шевелить мозгами и думать, что можно предложить Европейскому Союзу в этом плане. Вот вроде дрова у нас есть, деревяшки. Вот, может быть, можно научиться делать дома из смеси опилок, которые у нас тоже есть в результате переработки дерева, опилок или, допустим, переработанных вот этого вычищаемого кустов, вот который вот подлесок. Может быть, из-за этого смесью глины у нас навалом. Это факт. Смесить и делать какие-то саманные кирпичи. Вот все смеялись о том, что там из навоза, из кизяка с соломой где-то в Средней Азии кирпичи делают. А вполне возможно, что это наше будущее. На этом будем, что называется, жить. Поэтому ведь не случайно Урсула фон дер Ляйен говорит о том, что мы создадим новый европейский Баухаус, пространство совместного творчества, где архитекторы, художники, инженеры, дизайнеры вместе работали, и чтобы создавали вот этот вот новый мир, объединяя, что называется, воду и современные технологии. В данном случае она говорит о создании технологии искусственного интеллекта и тотальной диджитализации. То есть, условно говоря, все должно уходить в цифру. Так что, собственно говоря, вот это, если кратко, это и есть вот грандиознейший совершенно посыл. И нужно понимать, что, как говорится, от этого нам уже никоим образом не отвертеться.
подробнее. Можно было бы как-то обозначить какие-то перспективы? То, о чем вы сейчас рассказываете, звучит действительно очень впечатляюще и обнадеживающе. Но поскольку мы все тоже ведь живем в Евросоюзе, как это скажется на нас? Если все действительно будет уходить в цифру, то здесь будет как-то наблюдаться очень какая-то взаимосвязь от этих самых цифр и те самые цифры, которые будут определяться наверняка евро. Стоимость всего этого. Тут вопрос нам не о цифрах, надо беспокоиться. Нам цифры, условно говоря, мониторы привезут, эти самые аппараты мы сами купим, эти смартфоны. Вопрос не в этом. Вопрос именно вот в этих торфяных домах и в другом производстве. Нам нужно придумать здесь, в Латвии, экологическое производство. Не просто быть заповедной территорией, а быть экологическим производством. Дело все в том, что заповедной территорией должна стать та же самая Германия. Вот что очень важно. Если тот, кто много ездил по Германии, помнит, что там шикарные есть леса, и Германия будет стремиться увеличивать, так скажем, облесение своей территории. То есть сказать о том, что «ах, какие у нас леса в Латвии», это уже будет очень скоро неудивительно. Это общая задача, общая задача. А вот в частности мы должны предложить рынку что-то такое, чтобы мы могли действительно это продать. То, что я сейчас говорил, эстонцы из торфа и золы собираются делать вот эти свои кирпичи. Очень дешевые, поскольку у них торф много, а зола вообще ничего не стоит. По этой причине нужно придумать, что можем сделать мы. Потому что совершенно понятно, что, допустим, через некоторое время мы получим новые налоги. Господин Америкс, по-моему, как я понимаю, вот недавно тоже в беседе на Балтком, он сообщил о том, что ожидается 4 новых капитальнейших общеевропейских налога. И первый он упомянул – налог на пластмассу. То есть можем себе представить. Я так думаю, что они обязательно что-нибудь придумают. Это будут, скорее всего, налоги на бутылки пластмассовые, на плакеты пластмассовые, на любую упаковку пластмассовую. И даже то, что мы особо не замечаем, но, например, у нас же полно изделий, сделанных из пластмасс, то это будет обложено новым налогом. Из чего-то же нужно поддерживать движение к светлому экологическому будущему. Вот и все. То есть над этим надо уже думать сейчас. Вот, и понимать, что скоро будет не так все просто, как мы привыкли. Вот. Кроме этого, очевидно, появятся еще какие-то дополнительные налоги. Вот. Но, во всяком случае, он упоминал налоги на транзакции. Вот вам оборотная сторона диджитализации. Если все на свете у нас под цифрой, то тогда, конечно, доля расчетов в наличке, она сократится. И, следовательно, любую транзакцию можно будет, мало того, чтобы отследить, ее можно будет и обложить соответствующим налогом. Вот еще у нас это все тоже пойдет туда же, в топку движения к светлому экологическому будущему. Очевидно, что, конечно, никуда не сбегут не только обыкновенные жители, но и крупные компании высокотехнологические, Apple, Microsoft, многие другие, да, точно на них тоже налогом обложат. И, скорее всего, будет введен специальный целевой налог выбросов, промышленных выбросов, но это, конечно, уже может быть не только промышленные выбросы. Это вот взял с дуру мыльную воду, вылил не туда. Если у тебя это систематически, то вот можно, собственно говоря. А я, кстати, не подозреваю, что у нас будет проблема со стиральными порошками и другими моющими средствами, которые загрязняют окружающую среду. Вот. А с другой стороны, при их производстве выбрасывается довольно большое количество этих самых углекислого газа и других парниковых газов. Так что вполне возможно, мы очень скоро столкнемся с тем, что у нас появится необходимость в новых стиральных машинах, которые будут стирать новыми порошками. Естественно, мы должны будем все это купить за свой счет, а это будет стимулировать экономику, потому что кто-то эти машины должен будет делать. И, кстати, что очень важно, делаешь уже не в Китае,
не где-нибудь за пределами Евросоюза. Идею. Вот, я вижу ваш сигнал, кто-то позвонил. Да, у нас есть телефонный звоночек. Давайте послушаем мнение наших радиослушателей. Есть у нас обратная связь. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Вы знаете, вот тут мешки собираются эти пластмассовые запрещать. А если так разобраться, вся одежда, там акрил, полиэстер, еще что-то такое. А телефоны, компьютеры, планшеты, гаджеты, это же тоже все пластмасса. А с этим что делать? На что их заменять? Спасибо. Спасибо вот вам. Очень важное слово. Зачем их запрещать? Их нужно обложить налогом. Но ведь это не выход. Подождите, Константин. Вы так уже платите. Сколько раньше стоило, я помню, время, когда пластиковый мешочек в магазине стоил, по-моему, 1 или 2 сантима. Ну, сейчас сколько? 3 цента. А сейчас сколько в наши дни, сколько уже стоит 15, этот мешочек? 15 евроцентов. Вообще, я слышал о том, что существует даже 20 новые разработки. Видео. Но он обложит 100% налогом, будет он стоить полтинник. Отлично. Я слышал о том, что существуют сейчас новые разработки, новые технологии, где пытаются сделать биологические эти кульки, пластмассы, вообще бутылочки, все то, что в результате потом может разлагаться. И надо сказать, что и в Америке, и в Китае, и в Италии, и в других странах вообще принимаются такие серьезные попытки для создания биоразлагаемого пластика. Но за это действительно нужно кому-то заплатить. То есть получится так, что деньги для осуществления этих проектов и о том, о чем говорит Урсула, нужно будет потратить. Эти деньги будут взяты из кармана обычного человека-обывателя. И приведет ли это к тем результатам, о которых уважаемая Урса как раз-таки и говорила? Как вы считаете? Но дело все в том, что тут уже сейчас выяснилось, что с биоразлагаемыми пакетиками тоже проблема большая есть. При их разложении может выделяться углекислый газ. Это раз. Их производство приводит к выбросам углекислого газа больше, чем при производстве пластмассовых пакетов. То есть тут не все так однозначно, и мне кажется, как говорят, вангую, что через некоторое время действительно, так скажем, борьба с пакетиками приобретет несколько другой характер. Мы начнем их просто все, что не экологично, все будет обкладываться соответствующим налогом. В принципе, не так, ну, скоро мы можем дойти до налога на воздух. В том смысле, что если вы загрязняете воздух тем или иным способом, да, то, следовательно, вас нужно обложить соответствующим налогом. Ну да, видите, население Евросоюза, ну, без малого 500 миллионов человек. Это, условно говоря, три России, плюс еще добавки, что навес, да? Вот такая масса народа. Если каждый хотя бы в месяц по евро заплатит за какие-то загрязнения, то это уже сколько будет? Это уже будет 500 миллиардов чисто собранных налогов. А если по 2 евро, тут уже и миллиард. То есть, надо сказать, что, как говорится, доить можно еще очень здорово. И, кстати, это приведет к очень важной вещи. Люди перестанут покупать и выбрасывать вещи только потому, что они вышли из моды. Наконец-то. Можно предположить, что, конечно, какие-то в компании расстроятся, вот, но против Еврокомиссии особо-то не попрешь. А с другой стороны, ведь можно сказать, что ведь есть и те, кто обрадуется. Например, производители швейных машинок будут, несомненно, на коне. Потому что одежду нужно будет и будет выгоднее перешить. Вот, например, в годы моей юности очень популярно было объявление о том, что перелицовываем пальто. То есть логика-то была совершенно понятная, что пальто или костюм засаливался снаружи. Но если взять, распороть его аккуратненько, перевернуть наизнанку и опять сшить, то получится то же самое пальто, которое можно носить еще столько же времени. Конечно, оно не модное, но оно теплое и хорошего материала. Оценился такой замечательный материал, как ротин. Его было очень хорошо перелицовывать, очень портные его любили. Так что я уверен, что мелкие ремесленники, которые должны будут что-то чинить, склеивать, сшивать, там, вот, вообще винтить,
Эти люди, конечно, кстати, это не шутка, об этом серьезно говорят, что это даст огромное количество рабочих мест. Я думаю, что Болоний будет уже не актуален и не моден. Болоний, помните, как пел Высоцкий, мои друзья, хоть не в Болонии. И к чему это приведет? Вот вопрос-то гораздо более важный. Мне кажется, что придется тогда обществу и народу, населению в целом отказываться от вещей, к которым мы привыкли. В частности, для того, чтобы себя как-то идентифицировать. Почему-то в нашем сознании мы привыкли к тому, что мы должны себя каким-то образом выделять из толпы. И для этого, собственно, и существует понятие мода, когда люди хотят отличаться от себя же подобных. Чего, собственно, не наблюдалось, кстати говоря, в Советском Союзе и в Китае. Наверняка сейчас другие времена. И тем не менее, достаточно ведь пользоваться малым, довольствоваться и не пытаться как-то, не знаю, гнаться за модой. Тем более, что это не очень перспективно, судя по, опять-таки, вашим заявлениям. Что в этом смысле тогда предстоит обществу как-то измениться? Какие-то, не знаю, приоритеты, может быть, поменять? Мода отпадет? 30 лет назад мне пришлось беседовать уже тогда пожилым японцем, предпринимателем, весьма успешным, специалистом по лабораторному оборудованию геологическому. Этот человек, у которого в жизни была и война Вторая мировая, и голодуха после окончания войны, стоит вспомнить, что в Японии было очень тяжело. И в значительной мере их рывок это был связан, как говорится, с необходимостью делать. Так вот, на вопрос о том, что как они жили в те тяжелые времена, он рассказывал так, что он говорит, подход был простой. Одежда, вот эта вот типовая одежда, она это как холст для художника. А дальше ты берешь иголку, нитку, и начинаешь вышивать что-то на этом холсте. То есть, условно говоря, мы с вами можем одеть абсолютно одинаковые по фасону джинсовые куртки, но если, допустим, я на ней изображу летящего орла, знаете, как у байкеров, да? Это будет одна куртка. А если вы нарисуете, как вот у хиппи цветы и бабочки, это будет другая. Опять же, стимуляция творческого подхода. Да, и стоящие люди совершенно четко поймают, что поймут, что вот тот стройный, Гоша, он, скорее всего, хиппи. И, допустим, да, любитель искусств и всяких вещей. А вот этот пузырь, да, это Константин, байкер. Да, это, скорее всего, байкер. И мотоцикл у него чоппер. Понимаете, такой вот, здоровый такой. То есть, понимаете, получается такая вещь. А если относиться к одежде, как к холсту художника, а дальше ее усовершенствовать вышивкой, аксессуарами какими-то еще, то это опять открывает дополнительное поле для людей, которые могут работать руками. Это тоже очень интересная вещь. Ведь сейчас что получается? Да, нам нужны и интеллектуалы, и те специалисты в области искусственного интеллекта и программирования. Но ведь не могут же все быть программированы. А с другой стороны, удивительная вещь, растет популярность и необходимость в людях, которые умеют что-то делать руками. И именно вот это вот, понимаете, если у нас нет задачи обязательно всю любую поломанную вещь выкинуть, то, естественно, у нас появляется потребность в тех людях, у которых руки растут из плеч, и которые спокойно могут взять эту вещь, склеить, свинтить, заменить стеклышко или что-то там еще сделать. Даже тот же компьютер они сами возьмут, откроют, пропылесосят его правильно. Что нужно, сделают, заменят. Да? То есть появляется потребность в ремесленниках нового 21 века. Они могут быть очень образованные люди, но они еще умеют что-то делать сами. Вот это тоже очень важная вещь. Ведь огромная армия этих ремесленников — это решение для социальных, так сказать, уменьшения социальной нагрузки на государство. Эти люди сами должны что-то делать, сами должны что-то искать. Новые места, опять-таки, им не дадим, рабочие. Как говорит Урсула фон дер Ляйен, да, будет обязательная минимальная зарплата. Это на будем, да. Но сверх этого что-то ты должен что-то научиться делать.
И понимаете, у нас же Европа стареет. Что-то появляется. Понимаете, появляются какие интересные вещи. Появляются, вот я просто был в свое время знаком с женщиной, которая от того, что у нее в свое время была болезнь ног, вот, она не очень хорошо ходила. Она начала зарабатывать себе на жизнь вышивкой. Понимаете? Через какое-то время выяснилось, что эта вышивка помогла ей вылечить свои ноги, ну, в какой-то определенной степени. Вот. Ее профессия абсолютно не была связана с вышивкой, но выяснилось, что она может это делать, и ее труд был востребован. Условно говоря, труд библиотекаря не востребован, а труд швеи-мотористки востребован. Вот оно и все. Мы, допустим, сейчас... Ведь, смотрите, был взрыв, 90-е годы, журналистика, народ, вот, кстати, до сих пор есть молодежь, которая идет в эту журналистику, непонятно, что они там получают после этого, выходят, и вдруг выясняется, что какой-то там популярный блогер, который, знаете, особенно как в Азии, ест перед телекамерой, ест и нахваливает, ест и нахваливает. Там у них это целое направление есть. Он получает больше, чем человек, который учился, диплом получал. А потом выяснилось, что он не нужен никому. Так что нужно прямо сейчас говорить, что, в принципе, то, что сказала, я рекомендую всем зайти в интернет, вот, и найти эту речь, обращение, спич Урсулы фон дер Ляйен для... она 16 числа датирована, да, 2020 года. Ее легко перевести. Вот, она специально написана на очень простом английском языке, чтобы было понятно максимальному числу людей. Вот, и вы увидите, что там действительно очень много сказано об экономике новой. И вот эта новая экономика с этой новой экологической политикой, она срастается одна в другую. Константин, скажите мне вот еще такой важный момент. Получается, что экономическая формация, которая сейчас называется капиталистическая, она будет очень сильно претерпеть какие-то сильные изменения, потому что экономика потребления как раз-таки заточена для того, на то, чтобы потребитель потреблял как можно больше новой продукции. Старую выбрасывал, покупал новую. На это рассчитаны и телефоны, и машины, и, да и вообще все то, что в нас... И вообще мода тоже как раз подстегивает людей покупать все новые, модные вещи, трендовые вещи. Если... то, о чем вы сейчас говорите, это приведет к совершенно иной экономической формации, которая не будет похожа на капиталистическую, потому что в основе все-таки лежит в капиталистической экономике лежит процесс потребления. И поэтому наш век и называется век потребления, век эгоизма, как хотите. Если это изменится формация, к чему это приведет в обществе? Что случится, в частности, с нами? Ну, нужно сказать, что потребление – это оно не только при капитализме, да? Формально, что такое капитализм? Капитализм – это собственность на средства производства в руках частных лиц. Вот. Ведь Урсула фон дер Ляйен, я опять вернусь к тому, с чего начал нашу передачу, что она прямо говорила о том, что мы в Европе строим, уже частично построили, но будем строить более рыночную экономику, но при социальном государстве, то есть социальная рыночная экономика. Это такое вообще возможно? Возможно ли такое? Лет 50 назад популярна была такая теория конверсии, что с развитием капитализма западный будет все больше социализироваться, а с другой стороны, в социалистических странах типа СССР все больше будет внедряться методов рыночной экономики. Ведь рыночная экономика, она, например, может быть и в формально социалистической стране. Вопрос не в этом, кто владеет предприятием. Вопрос в том, кто им управляет и в какой среде находится предприятие. Пусть акциями владеет государство, но там будут свои управляющие, и они будут производить, эта компания, например, смартфоны, и они должны будут каким-то образом конкурировать с другими производителями смартфонов. И это будет рынок. А уж кто там... И понятно, что акции, как дивиденды, будут получать государство. Вот, например, возьмем ту же соседнюю Финляндию. В ней же огромная масса предприятий, в которых контрольным пакетом или изрядной долей пакета владеет государство, пенсионные фонды и прочее. Да? И при этом эти компании ведут
жесткую конкурентную борьбу. То есть рынок остается рынком. И, но дело все в том, что государство может регулировать этот рынок теми или иными налогами. О чем-то идет речь. Если вы вводите налоги на любую пластмассу, то рынок остается. Только в этом рынке уже производить вам пластмассовые игрушки становится совсем невыгодно. Родители их покупать не будут. А вот деревянные игрушки будут самое то. Отлично. Переходим, в общем, на деревянные игрушки. Раньше такая шутка была, что в детстве у тебя были, видимо, деревянные игрушки, поэтому ты вырос не до конца сформированным человеком. А сейчас, может быть, как раз все пойдет наоборот. Видите, как все меняется? Vice versa. Абсолютно. Поэтому я и говорю, что это очень важное заявление, это очень важное событие, вот это выступление. И мы должны четко себе представлять, что мы действительно живем в Европейском Союзе. И, кстати, это очень важно было бы понимать и соседям ближайшим Европейского Союза. Например, для России это реально означает, что будут максимально скручиваться все проекты, связанные с покупкой углеводородного топлива. И даже без всякой политики, даже можно сказать, это мое личное ощущение, можно придумать, вот знаете, вот эта история, как говорят, с Северным потоком. Да. Это, если бы проблем с Северным потоком не было, их нужно было бы придумать, потому что нужно каким-то образом дать пинок под зад своим европейским производителям, своим европейским предпринимателям, своей экономике, чтобы там не надеялись на то, что придет еще одна труба, неважно, из России там, или из Африки, и будет качать дешевое, очень дешевое топливо. Ввиду ваших комментариев, Константин, я так понимаю, что вот этот инцидент с Навальным и новичком и заявлением канцлера Германии как раз приобретает теперь уж совершенно новый окрас. Может быть, как раз-таки Навальный протестует против этой трубы, и так все было дело просчитано, чтобы этот Северный поток действительно не разворачивался. Может быть, это предположение, конечно. Я вообще не очень себе представляю вообще, дело ведь парадокс ведь в том, что если посмотреть новости, известно, что в последние годы, например, та же самая Россия очень активно стала продавать в Европе и даже в США сжиженный газ. Ой, сжиженный газ. В России не один «Газпром», по счастью. Там, например, есть такая компания «Новатек», которая построила на севере Ямала шикарный завод по сжижению природного газа. И замечательным образом она этот сжиженный газ продает. И тем хорошо. Раз лучше, чем эта труба. Это очень хорошо. Это означает, что если не хотят покупать по этой цене в этом месте, да, условно говоря, в Европе, то этот газовоз уйдет в другое место, в другой порт, где у него купят этот газ. Открывается спотовый отличный рынок. То есть в принципе, совершенно понятно, что для Европы сейчас очень важно, чтобы она не пребывала в состоянии такого изумления, как ей сейчас жить. Например, уже говорят, есть такие идеи, что к 2030 году не будут производить в Европе больше автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. То есть, представляете, вообще... Представляю, да, я слышал об этом неоднократно, но мы знаем... И мотоциклов не будет. Ничего, все будут только электромотоциклы, электроскутеры и электромобили. И желательно маленькие, никаких вот этих вот здоровущих джипов. Вот. Это очень интересный момент. А те, кто захотят иметь джип, заплатят такой налог, что им будет проще стоять, чтобы этот джип стоял, и на него так, знаете, тряпочкой его протирать. Главное, есть. Приходили смотреть, друзья. Ну, хорошо, мы сегодня вот говорим о Европе, в частности, в целом. А что касается всего существования планеты Земля, как это будет дальше происходить? Потому что кроме Европы ведь есть и Азия, в конце концов, Китай, есть Америка. И будет ли Европа в авангарде пионером или что ли показывать пример остальным? Она хочет быть авангарде, она хочет быть пионером. Она хочет завуалированно, кстати, когда она говорила, Урсула фон дер Ляйен говорила о развитии искусственного интеллекта и программ в Европе, она обратила внимание на то, что
очень плохо, когда стандарты для Европы цифровые устанавливают компании за пределами Европы. То есть это прямо был прямой намек на, в две стороны одновременно. В сторону США и Китая. То есть Европа должна сама создавать свои стандарты, европейские стандарты. И она намекнула, что будет создаваться именно новая безопасная европейская идентификационная система для всех европейцев. Будут введены новые алгоритмы прозрачные контроля за людьми и за техникой. То есть будет создаваться новая система, и эта система, вот как, например, спутниковая навигационная система «Галилео», это европейская система. GPS американская, хотя и везде пользуется, но будет своя «Галилео». И он уже есть, этот «Галилео». И вот это очень важная вещь. И все будет другое. Скорее всего, будут брошены силы в производство своих стандартов для документов. Ведь мы сейчас пользуемся, допустим, в основном американскими, прямо так ведь скажем, да, разработками, а должны быть европейские разработки. Все главное, все самое ценное должно быть свое. И в том числе я хочу отметить, что ведь еще не стоит забывать такое недавнее прошлое. Ведь всего лишь 7 лет тому назад, 8, была поднята программа реиндустриализации Европы, возвращение в Европу производства. Идея о том, что где-то там далеко будут работать роботы или дешевые люди, а мы здесь будем только придумывать, заниматься тотальным креативом, это все оказалось нереальным. Оказалось, что действительно нам нужно, чтобы заводы были здесь, боком, чтобы были люди, которые работают на этих заводах. Чтобы эти люди работали в хороших условиях, получали достойную зарплату. И вот тогда, что называется, система будет работать. Тогда и самые богатые живут спокойно и, как говорится, счастливо. Не ожидая, что появится опять очередная революция и не потребует, чтобы они все отдали, отдать все и поделить. Ну, революция к предпосылке, если мы помним, как раз когда богатые или власть имущие не могут по-старому управлять, а власть неимущие или средств неимущие не могут жить по-старому. Ну, вот хотелось бы, чтобы таких предпосылок не происходило в мире окружающем. Вот об этом они как раз и говорят. Урсула фон дер Ляйен как раз и отметила о том, что мы можем идти этим путем, что у Европы уже есть опыт, Европа знает, куда идти, и ей нет абсолютно никакой необходимости сидеть и там переживать по поводу того, что а как же она сама. То есть, в принципе, это манифест самодостаточности Европы. Вот. Ну что ж, об этом надо помнить. Будем надеяться, что, как говорится, слова бы Урсулы да Богу в уши, что как-то все получится, потому что перспективы действительно достаточно симпатичные. То, о чем говорит Урсула, хотелось бы, чтобы в жизнь воплотилось. Спасибо, говорим Константину Ранксу за исчерпывающий анализ происходящего и не только в вопросах климата, но и в вопросах социологии. До очередной пятницы, видимо, прощаемся. До следующей недели посмотрим, как будет разворачиваться. Будут разворачиваться события. Спасибо, говорим и Евгению Копейну за режиссерским пультом. И общался сегодня в течение этого часа Гоша Теплов. Всего доброго, до очередных услышаний. Пока. До свидания.